В Якутии почтили память солдат, участвовавших в Сталинградской битве. В этот день вся Россия отмечает 74-ю годовщину победы Красной Армии под Сталинградом. У мемориальной доски городу-герою на площади Победы сегодня собрались жители столицы. Среди них были и ветераны. Сегодня в Якутске проживают два участника легендарного сражения. Это Петр Рыбкин и Михаил Соколов. И 109 ветеранов Великой Отечественной войны. Некоторые из них сегодня пришли отдать дань памяти своим товарищам. Мужчины ушли на фронт. И Волга. Я думаю, что... Дорогие друзья, конечно, сейчас мы уже старшее поколение, всем за 90. Поэтому очень хочется беречь нашу страну. Я хочу, чтобы для детей, для молодежи всегда, дорогие наши, помнили защиту всегда Родины. Самое высшее у человека, рожденное на земле, это Родина и Мать. Поэтому надо помнить об этом всегда.